Столовая на улице Просвещения в Адлере заканчивает свое существование. По решению районного суда ее демонтируют. Все дело в том, что кафе год назад появилось здесь незаконно. Данный объект был возведен на закономерном земельном участке, соответственно, по границам при нарушении градостроительных регламентов, при отсутствии отступа от границ земельного участка. В дальнейшем к нему была осуществлена пристройка некапитального характера вот из деревянных конструкций на муниципальном земельном участке. Администрации города понадобился ровно год, чтобы через суд добиться сноса объекта. А сейчас рабочие разбирают легкие деревянные конструкции. Такая же участь ждет капитальное строение заведения общепита и торговых палаток, находящихся рядом. Кстати, они тоже построены незаконно и на муниципальной земле. Демонтируют кафе силами собственника объекта. Несмотря на нарушение градостроительного закона, хозяин кафе оказался добросовестным исполнителем судебных решений. Уклоняться не стал. Подошли, сказали, что это неправильно. Ну, как обычно, нормальный человек. Иногда бывает так, что пропускает мимо ушей. Прочел постановление суда о сносе. Ну и начал исполнять постановление. На все работы хозяину объекта дана одна неделя. К слову, с начала марта только в Адлере сносят уже третий незаконно построенный объект торговли. В планах на ближайшее время еще 18. Что касается прошлого года, то в 2015-м правовое управление мэрии направило в суд около 300 исков, по которым получено 54 разрешения о сносе объектов самовольного строительства. А сейчас в производстве находятся 130 дел. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.